Я считаю, что ничего в этом плохого нет. Абсолютно нет. Более того, Южная Осетия от этого получит большие дивиденды. И многие говорят, вот эта связь с Грузией, послушайте, какая связь с Грузией. Ребята, а когда у нас работал огроменный рынок, вы почему не говорили, что это связь с Грузией там? Когда наши люди практически все ездили в Тбилиси, они оттуда даже не вылазили. И сейчас они стали патриотами и говорят, что вот этого ни в коем случае нельзя делать. Вопрос, почему? Что мы теряем? Государственность мы свою теряем? Наоборот, мы его укрепляем. Будут ездить и турки, и иранцы, и грузины, и, значит, армяне. Одам ночи дар, найдар, кесин чош хабарт там, мейлер тексте мамоци ночи хам, куда тасе сарку кенам, мене фендак бо кенам, ва дроути куду джинсуи, ва хадак дар назвам.